Пинское предприятие легкой промышленности ОАО «Полесье» празднует 50-летний юбилей. Его история началась в 1965 году, когда были возведены производственные корпуса будущих фабрик. Первой в эксплуатацию запустили фабрику верхнего трикотажа. С тех пор прошло 50 лет. Сегодня «Полесье» – одно из самых крупных и современных предприятий легкой промышленности Республики Беларусь и СНГ по выпуску трикотажной одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи. Общая производственная площадь составляет 122 тысячи квадратных метров. Сегодня на предприятии трудится около 2000 человек. ОАО «Полесье» имеет деловые контакты с партнерами из России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдовы и другими. С 2017 по 2018 год предприятие реализовало 3 инновационных проекта по выпуску бесшовных цельновязанных трикотажных изделий, выпуску фантазийной пряжи и картонных конусов для намотки пряжи. 21 декабря в Пинском городском центре культуры и творчества состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой круглой дате. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех ветеранов, которые работали и долгие годы продолжали работать на таком славном предприятии, которые создали именно тот фундамент, на котором сегодня основана работа дальнейшего уже Пинского Полесья. Не зря здесь отмечалась большая заслуга Татьяны Алексеевны Лугиной. Я хочу также отметить именно ее высокий профессиональный уровень. И необходимо сказать, что именно она смогла сплотить коллектив, направить ее в нужном направлении. Коллектив предприятия поздравил гость из Бреста Андрей Боричевский. На данный момент у предприятия осталось самое главное – опытнейший трудовой коллектив и отлаженный производственный процесс. А это достаточно для того, чтобы ставить перед собой дальнейшие амбициозные задачи. Дорогие друзья, разрешите поздравить предприятие и вас всех с 50-летним юбилеем и пожелать вам удачи, успехов и благополучия. Вниманию гостей была представлена коллекция одежды «Однажды». Со сцены звучали песни в исполнении участников вокального конкурса «Витебск» и других артистов. Танцевальными номерами гостей праздника порадовал заслуженный коллектив Республики Беларусь «Дарлинг».